В Мурманске завершилась первая неделя сбора батареек. За время ее действия горожане сдали 860 килограммов батареек и аккумуляторов. С мая по октябрь проект охватил 43 города. В октябре его организовали и в Мурманске. Контейнер для сбора батареек, аккумуляторов и пауэрбанков был установлен у гипермаркета на улице Радищева. В ходе акции было собрано 860 килограмм отходов. Их отправили на утилизацию в Ярославль.